1997 году, после гибели принцессы Дианы, любовницы ее мужа, принца Чарльза, Камила Паркер Боулс стала самой ненавистной женщиной Великобритании. Последовавшие за этим действия Букингемского дворца, целью которых было оказание давления на общественные массы и корректировка образа будущей принцессы-консорт, могут называться одной из самых успешных пиар-компаний 21 века. Но не стоит недооценивать и роль персонального консультанта Камилы Джеки Микин, которая помогла ей найти свой узнаваемый стиль, который ни в чем не противоречил королевскому протоколу. До того, как по всей Великобритании пронеслась весть о том, что у принца Чарльза есть некто на стороне, Камила носила шерстяные свитеры, бриджи и резиновые сапоги, как и полагается английской аристократке, не обремененной повышенным интересом общественности. Быт, строившийся вокруг сада, лошадей и собак, в 1997 году заменили выходы в свет с принцем Чарльзом, а вдовевший наследник британского престола решил больше не прятать свою настоящую любовь. На гардеробе это в некоторой степени сказалось, появилось больше бархатных платьев и костюмов с юбками. Однако тот стиль Камилы, с которым ее сейчас ассоциируют подписчики аккаунта «Собака Клэрэнса Хауса», по-настоящему активно начал формироваться только после свадьбы в 2005 году. Многие черты, которые будут характеризовать образ Камилы в будущем, были заложены уже в ее свадебном наряде «Робинзон Валентайн». Постельные оттенки, ненавязчивый декор и акцент на талию. За последующие 14 лет Камила этой формуле изменила всего лишь несколько раз. Особенно важным в ее образе как королевской невесты был скандально скромный букет и экстравагантная шляпка с перьями вместо фаты. Понимать это, скорее всего, следовало следующим образом: Камила готова оставаться в тени, но не пытаться казаться кем-то другим. Думаю, что нельзя назвать совпадением перемены в публичном образе герцогини Корнуольской и ее манере одеваться. Сейчас она выглядит куда более уверенной в себе, и это отражается на ее выборе одежды и цветовой гаммы, считает британский дизайнер Кристофер Кейн. Современный гардероб Камилы строится вокруг платьев и костюмов зефирных оттенков, пальто без воротников, прием, позволяющий визуально сузить плечи, и широкополых шляп. Любимые бренды – Брюс Олдфилд, Анна Валентайн и Фиона Клэр. Шляпы авторства Филиппа Трейси, лодочки Шанель, французский маникюр и пышная укладка. Можно было бы сказать, что на публике Камила выглядит не модно, но безупречно, если бы не ее увлечение многоярусными колье-воротниками с увесистыми драгоценными камнями по центру, которые провоцируют английские таблоиды вспомнить слово года. Но если смотреть на вещи глобально, слабость к фамильным украшениям супруги будущего короля можно простить.